Это один из крупных розыгрышей, проводимых налоговой службой. Победителями летней лотереи стали 1132 человека. Разыгрывались телефоны, фены, ноутбуки и, конечно же, главный суперприз – 9 автомобилей и 2 путевки в Дубай. Участники лотереи сегодня забрали свои выигрыши. Вручал призы председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров и глава ГНС Алтынбек Абдувапов. Ну и, конечно же, приступили к самому главному – вручению заветных ключей от новеньких электромобилей. Увеличили в 3 раза налоговые поступления. И самая большая помощь – это, конечно, наших граждан. В том числе и тех, кто заинтересован в участии в этой лотерее. Ничто человеческое никому не чуждо. Увеличение поступления налогов нам дает возможность строить школы, больницы, дороги. Она возвращается пенсиями, пособиями, заработными платами. Поэтому круг добра продолжается. Если этот круг добра приносит еще и счастье выигрыша в лотерею, я думаю, это только способствует дальнейшему увеличению населения контрольно-кассовыми машинами. Пока еще не верит, но с удовольствием садится за руль выигранного автомобиля Умют Ахматова. Собирать чеки и участвовать в лотерее «Требуй чек, выиграй приз» начала только с мая этого года, собрав чеков на общую сумму чуть больше 100 тысяч сомов. То, что сможет выиграть, еще и суперприз автомобиль, не верила. Теперь появился стимул обучиться и получить водительские права. Вот 2 месяца собирали чеки, вот по воле Аллаха. И с помощью лотереи мы выиграли этот приз, главный приз. У нас покупки народного потребления, что сами пользуемся, и все, больше ничего. Ну, обычно продукты и товары, все. Для вас это было неожиданностью, когда вам позвонили, сказали, что было? Конечно, было неожиданностью. Мы не ожидали, мы вообще не знали, я в шоке была. Отметим, что следующий розыгрыш лотереи пройдет с 25 по 30 декабря, в котором на этот раз будут разыграны 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, а также айфоны, смартфоны, ноутбуки и фены Dyson. Условия розыгрыша все те же. Достаточно скачать приложение Салык-чек и начать сканировать кассовые чеки от покупок товаров и услуг. И все, вы автоматически становитесь участником лотереи «Требуй чек, выиграй». Приз. Надежда Усова, Бекжан Токтосунов, Алатау 24.